Еще бы не бояться мне полетов, когда начальник мой ЕБ Изотов. Жалея вроде, колет как игла. Эх, говорит бедняга, у них и то в Чикаго 3 дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья, и мы вдвоем, и не под кумачом. Но знает черт, и так для предприятия я хоть куда, хоть как и хоть на чем. Мне не страшно, я навеселе, чтоб по трапу пройти не моргнув. Тренируюсь уже на земле, туго-натуго пояс стянув. Но, слава богу, я не вылетаю, в аэропорте время коротаю. Еще с одним таким же побратим мы пьем 7-ю за день за то, что все мы сядем и, может быть, туда, куда летим. Пусть в ресторане не дают на вынос, там радио молчит, там благодать. Вбежит швейцар и рявкнет: кто на Вильнюс? Спокойно продолжайте выпивать. Мне летать острый нож и петля, не поесть, не распить, не курнуть. И к тому же безопасности для должен я сам себя пристегнуть. У автомата в нем ума палата, стою я, улыбаюсь глуповато. Он мне такое выдал, автомат, невероятно, в ейски, почти по-европейски. Свобода слова, если это мат. Мой друг к полудню стал ломаться, уже наряд милиции зовут. Он гнул винты Уилла 18 и требовал немедля парашют. Я приятеля стал вразумлять: Паша, Пашенька, Паша, Пашут, если нам по чуть-чуть добавлять, так на кое тебе шут парашют? Он объяснил: такие врать не стану. Летел он раз, ремнями не затянут. Вдруг взрыв, но он был к этому готов. И тут нашел лазейку, расправил телогрейку и приземлился в клумбу от цветов. Мы от его рассказа обалдели, а здесь все переносят и не зря. Все рейсы за последние недели уже на 33 декабря. Я напрасно верчусь на пупе, я напрасно волнуюсь вообще. Если в воздухе будет чипе, приземлюсь на китайском плаще. Но смутно беспокойство ощущая, припоминаю, припоминаю, вышел без плаща я. Ну что ж ты натворила, Катя, Кать? Вот только 2 соседки с едой сучили сетки, а сетки воздух будут пропускать. Прослушал объявление, но я бы уже не встал, теперь не подымай. Вдруг слышу: пассажиры за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Зря я дергаюсь, в Ейск не берут, пассажиры спокойнее гнят. Террористов на рейс не берут, неполадки к весне устранят. Считайте меня полным идиотом, но я бы там летал Аэрофлотом. У них гудбай в небо, хошь, не хошь, а здесь сиди и грейся, всегда задержка рейса. Хоть день, а все же лишний проживешь. Мы взяли пунш и кожу индюка, брррр, теперь снуем до ветру в темноту. Удобства во дворе, хотя декабрь, и Новый год летит себе на ту. Друг мой честью клянется спина, что он всех, если надо, сместит. Как же так, говорит, вся страна никуда никогда не летит. А в это время где-то в Красноярске, на кафеле, рассевшись по-татарски, о промедлении вовсе не скорбя, проводит сутки третьи в шампанском в туалете, сам Новый год и пьет сам за себя.
помешивая воблою в бокале. Чтобы вышел газ, от газа он блюет. Сидит себе на аэровокзале и ждет, когда наступит Новый год. Но в Хабаровске рейс отменен, там надежно застрял самолет. Потому-то и новых времен в нашем городе не настает.